Ну, очередной репортаж по памятнику по самому. Сегодня пришел снова почистить его и от снега и убрать мусор. Памятник пока стоит. Стоит и ждет, какие решения будут приняты. Но могу сказать, что уже пограничники подключились из различных регионов нашей страны. Тема обсуждается, особенно активно она обсуждается в Одноклассниках. Ребята, с кем я вместе служил, из Санкт-Петербурга, из Москвы люди поддерживают. Говорит, что точно такие же проблемы. Из города Нефтекамска ребята тоже написали. Сказали, что тоже власти долго препятствовали, но землю дали. Сейчас люди собирают пожертвования от организаций, от ветеранских. Тоже такая работа сейчас ведется. Так что люди включились. Я думаю, что общими усилиями мы сможем поддержать наше движение, достойно установить памятник и увековечить его в своих сердцах и в памяти наших детей. Вот такая история.